Вот мужчина заходит в магазин. Убедившись, что свидетелей нет, он начинает угрожать женщине оружием. Злоумышленник требует всю наличность из кассы. Примечательно, что незадолго до этого продавец сдала выручку, так что мужчина смог довольствоваться лишь несколькими сотнями рублей. Далеко с похищенным скрыться ему не удалось. В течение получаса нападавший был задержан сотрудниками полиции на вокзале. Сейчас он находится под стражей. Возбуждено уголовное дело.